Витька то забираю. Могу Никса забрать. Там еще визаж 30 в миде, если что. Слышишь, он на аспек визажа берет 30-го. На ферет он слотит. Стол за Никса, но я не хочу со скором Никса брать. Нашел другую! Я говорю, в село провели интернет. Сижу в селе сейчас. Ура! Поздравляю, бро. Спасибо. Закрою, пожалуй, драфты. The match of matches starts now. Спасибо, конялся. Пиздец, что он делает на LC, это вообще. Да, блядь, в древнюю интернет провели, а не тимбера. Пиздец. Я еще думал, что они меня как-то могут убить, нажал феррик из-за этого. Потом понял, что это невозможно. Я, кстати, возможно, бы отдал. Ладно, там тебе бачка пойдет. Я не думал, что ЛЦ... Короче, он получил фулл... Вейв. Чели чё? Я, если чё, потратил. Работай, работай, работает русский, ребят. У меня арена будет. О, запущен. А, ты понял. Дай я получу, дай я получу. Косу бы дал, мы бы убили, если чё. Ну, не, может быть, не за саму косу, но килл бы получил. Попадаем за ним. Не, ну некрофос ластпик это, конечно, сильно, я бы сказал. О, что он хотел, типа... Блять, заберите стаки. Он сейчас и стаки двумя степами заберет. У него шестой. Much obliged. После прыжка нажму яйцо ему. Копье, копье назад! Гол сюда, гол сюда, гол. Дойди на них. Дизраптор, ребят, в спине дизраптор, вот здесь. Ребят, показываю. Бэк, 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 куда, куда? Понял. Жаль, ребят. Пошел размен будет было нахуй.
Короче, я дроп туварда, и поставь мне ту скари куда-то, я уже заебался, я не могу. Все, давай. Замак шулуч фрикатка. Ни один герой не умрет, блин. Это неудобно перекладывать, блин. Ручки-то. Трясутся с таким именитым игроком играть, как Малрин. Без негатива. Пиздец, у вас пик некр, чё я вообще наблюдаю? Спину иду, прыгнул. Ладно, я лечу, ребят. Очень плохо некр, независимо от руны миди. Ну блин, ну он медленный герой, с большим кулдауном на спеле. Есть активные чары, ноль маны на... Типа, зачем? Зачем некрофос, если есть там штормы, эмберы, ВС, и все в мете? Ты пикаешь... Ты серьезно разговариваешь? Ты что, ебанутый? Зачем грубить? Он просто просил, по-моему. Чтобы на одну секунду у меня меньше КД сноубола было? Не, ну вообще сноубол максит, ну джок. Как пост 4 игрок скажу, что максит сноубол. В этой игре пищ, да он бесполезный, против ЛЦ бесполезный, против Файда бесполезный. Подойди, все. Не, просто типа КД там все дела. Станешь подольше, полегче. Да хватит пояснять за билд, решил так сделать. Все, все, ладно, ладно, прошу прощения, ребят. Пиздец, казах, казах, или что? Я нажму. Войт вот здесь 3 хп. Хорошо. Да блин, чё такие токсики-то все, рассорьтесь. Я не токсик, я просто спросил, может правда лагает. Я просто спрошу один раз, ты рот свой закроешь или нет? Все. Спасибо. Вот так просто спросил. А вот это, кстати, было грубо. Вот и живи с этим. Не увидел все, что хотел. Ну я включил все на очко, присел сразу. Неплохо. Парни, я обхожу шторм, я обхожу шторм. Шторм 0 маны. Мне кажется, он банится на шторме. Показалось. А шард спасает от дуэли? Сларк. Да. Окей. Да, не отдаёт. Тэп под СЛЦ. Тэп под СЛЦ, СЛЦ, СЛЦ. Пиздец, как хочется сказать пару пакостей. Не без вода файт выиграли. Мы шайон делать посливо. Причем тут ошибка сварка, если некрофос третий раз тэпается от нас в противоположную сторону. Пиздец, просто дать скинуться по нюку, убить пачку, но это смог. Ладно, я отказываюсь вами эту игру всерьез вообще. Шторм с Аегиса, напоминаю.
Каня, все умрут, парни. Давай, 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 да. Да у меня КД, блядь, заебали. Кто еще верит, что у него кулдаун был, кто? Шторм до сих пор с Эгисом, на мне шторм. Там я еду выбил. За Юлю, может быть. Нехуй там. Какого? А, не смог заявлять. Просто я за Юлю, не дал копирует. Вон, я Юлю. Давай. За Юлю. Не того, конечно, за Юлю. Толкайте мидбот. Скипните мидпачку, пожалуйста. Если ты просишь. Да, да, прошу, на коленях стою, на никре. Будь любезен, в этой игре скипни мидпачку. Спасибо. Ну ты на никре, конечно, мразь. Парень, я хороший. Еще одну пачку, еще. Я просто соскучился по Глебу, давно его не видел. Все замутил, долбоеба. Пиздец, блядь. И поле Дизика. Мы на Вижу, наверное, идем. Собью шторму ТП. Не собью. Ари, ой, здесь ТП жмет. Да, блядь, у меня КТ, копье, ебаны. Я не слышу, не слышу, что ты говоришь. Я сказал отвалить нахуй. Ветер шану. Плохо хилишь, Глеб. Паду играть. Все, что я слышу, когда размучиваю Никра, это пиздёж, 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 и ещё раз пиздёж. Че там опять пизданул, опять про меня, я уже заебал. Ну, типа в шутку, но у меня уже просто, ну, реально не смешно. Реально. Заебывает. Будет, я думал, будет хрон ставить. Гоним дизраптор. Я иду. Все, здесь мы встали, конечно. Блин.
Я прыгну, сейчас есть два героя. Соска, блин, чё за нахуй? Нет, я хочу прыгнуть. Нет, я вот, не знаю, вырос в том поколении, когда парень девушку называл Сися, а она его Пися, вот это вот, я вырос в этом поколении, я не знаю, о чем вы, в сосках там каких-то, вот этих вот колясках там, потому что... Сися и Пися. Осуждаю. Ой, я случайно забанил Юлю на 600. Да зачем вы пишете? Все. Где забанить чела? Ну, пермачом, нахуй. Да там говноед затесался, блин. С осуждающими словами. Что тебе, красный коммент дать на Некреблин, долбоёб? Ребят, я думаю, может быть, скинуться ему? Что думаете, ребят? Типа... Вон, красную шмотку купил, красный коммент могу дать. Без негатива, конечно же. А, яйцо сломал, да? На войде. Ну, Сларк зато выжил. А, Сларк-то с Эггисом, ну нахер я его хилил, блядь, нафиг. Ребят, Юля работает в компании под названием Twitch TV. Она банит всех ложков, которые пишут пакости в адрес стримеров. Да, что-то как-то реально некомфортно, ребят. Ну как-то, блин, сидишь, какой-то дискомфорт, блин, чё он происходит? Красава, Некрофос, вот спикнул, закрыл всех, блин. Велосипед, да, вот, всё. Поставил уголок, чтобы позаниматься, да? Чё, ребят, по красному коменду скинемся зеленому игроку? Чё думаю? Чё в деревне не пиздел?